Привет, с вами я, Алиса, и сегодня мы с вами откроем долгожданную посылку из Америки с новыми эксклюзивными куклами Monster High и Ever After. И так как меня не было долго дома, эта посылка ждала своего вскрытия около месяца. Что ж, не терпится посмотреть, что внутри, и взглянуть поскорее на новых кукол. Поэтому давайте поскорее откроем посылку! Я уже вижу новых кукол, и как я могу заметить, они упакованы очень добротно, чтобы ни в коем случае не пострадали никакие куклы, все было окей. Давайте открывать, потому что уже очень страшно даже, что внутри. Ну, страшно в хорошем смысле. И я вижу коробочку. Это, судя по всему, монстряшка. Давайте же смотреть, какая это именно. Кукла комиконовская, потому что только у комиконовских есть двойные коробки. Итак, аккуратненько. Я знаю, кто это. Вау, Ghostbusters, Франкенштейн. Все. Итак, за этой внешней коробочкой пряталась Франкенштейн Ghostbusters, охотница за привидениями. И она действительно крутая. Выпуск этой куклы приурочен к выходу нового фильма про охотников за привидениями, где все главные герои — это девушки. Как раз таки Фрэнки у нас тоже девушка. И в комплекте с куклой также идет Лизун, который очень прикольный, и у нее крутой аутфит. А с задней стороны написана такая фраза, которая звучит нормально по-английски, но когда ты озвучиваешь ее по-русски, это смешно. Короче говоря, здесь написано «Who are going...» Нет. Читается как «Who are gonna call?» Франкенштейн. И переводится это как «Кому звонишь?» Ну, типа вопрос. И потом ответ «Франкенштейн». Ну, конечно, Франкенштейн. Вот, и коробка вся очень проработана и пафосна. Здесь есть разные подтеки от лизунов. И действительно очень красиво выполнено. Нельзя ничего сказать. О, шикарная. Прям настоящий комиконовский выпуск. Прям эксклюзив. После ребута Франкенштейн очень милая. Большие глазки ей идут. И как по мне, ей вообще очень подходит этот перезапуск. Классная новинка, и мне она очень нравится. Нет, слишком много очень. Классная новинка, и мне она нравится. А вам обязательно напишите в комментарии. Теперь мы просто обязаны посмотреть еще одну куклу в этой посылке. Итак, сначала мы уберем баблы. И вот она, большая коробочка. Сейчас начнем смотреть, что внутри. Но перед тем, как это сделать, мы должны убрать эти штучки. Пам-пам! Вот она коробка. И смотрим, что это. Здесь уже написано Ever After High. И я думаю, вы догадались, впрочем, как и я, что внутри. Итак, надо сказать, что в этом году коробки намного проще открываются, чем было это ранее. Как-то все было наворочено, а сейчас все квадратной формы и легко. Вот. Секу. Это марионетка Сидер Вуд. А, классная. И, кстати, у нее, походу, еще три коробки есть. Сейчас. О. Вау. Что-то я там уронила. В общем, Эверяшка Сидервуд, или же Кедровуд, и в этот раз она приняла свою судьбу, и поэтому она выполнена в роли марионетки. И я смотрю, такие конструкции, все прям выполнено так, проработано, очень крутая и потрясная кукла. А еще этой куколкой можно манипулировать, и это действительно классно, очень крутая фишка. Попозже вам расскажу про эту куколку более детально. Ну, на сегодня эта посылка пуста. И я думаю, у вас наверняка будет вопрос, а где двойной пэк с Робеккой и Хэфикаем Стимом? Так, спокойно, спокойно. Набор скоро придет, и обзор на кукляш будет.
Ну а побольше об этих куколках я вам расскажу в моих обзорах на нашем канале. Так что скорее подписывайтесь и следите за новостями наших соцсетей. Напишите в комментарии, на кого вы хотите обзор поскорее. На охотницу за привидениями Франкенштейн или же на марионетку Сидервуд. Ну а с вами была я, Алиса. Ставьте ваши лайки. Все фотографии кукол и раздача сигн будет в нашем инстаграме и группе ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Be cool and crazy. До новых встреч. Пока-пока.